уже говорят, что Женя по сравнению с ней очень адекватная. Очень адекватная. Она мне иногда говорит, что она не любит людей. Не детей, а людей. И когда мне моя жена там бывшая скидывает скриншоты, вот она там говорит, ну а как я к нему должна относиться? Почему я должна его любить, если это не мой ребенок? Она как-то в прямом эфире говорила. Если он не поверил, потом вообще посмотрел, он так и говорит. Мне кажется, она и детей не любит, она прям раздражается, когда где-то дети плачут или еще. Я сам детей не хочу. Я года два точно никаких детей не буду от нее иметь. Это 100%, я тебе просто говорю. Я не хотел никогда от нее детей. Ты представь, какие-то дети будут. Они будут огромные. И, ну, нет, я не оскорбляю ее ни в коем случае, но я от нее детей не хочу. Зачем делать человеку ребенка, если у него уже есть ребенок? Если я, ну, детей я точно в ближайшие года два, не, ни в коем случае. Развестись всегда можно, а вот детей это как бы это очень серьезный шаг, я считаю.